Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру под названием House Flipper. Так, мы продолжаем, значит, заказ незваный джентльмен. Напомню, нам попросили сделать ремонт в квартире. Так, а ну-ка, что это такое? Подвал. Так, ну давайте начнем с этой комнаты. Ну что ж, приступим. Нам нужно удалить мусор. Так, мусора больше нету. И мне нужно прибраться. А прибраться здесь есть где? А это какая грязь? Так, подожди. Вот еще смотри, на топтали, видишь, как грязно. Так и двери все вымоем. Так, а вот смотри, холодильник, грязно, смотри. А, ну, подожди, сейчас вот помоем. Так, очистить загрязнение, и еще где-то загрязнения остались у нас. А, вот, на подоконнике есть. Подожди. Так, здесь все убрали. Так, а где еще грязь? Смотри, у нас еще немножко написано, что грязь есть. Так, сейчас посмотрим. Тут пол, в принципе, чистый. Так, холодильник тут убрали. Так, подоконник тоже чистый. Где-то еще у нас есть загрязнение. Так, интересно, где загрязнение? Я не вижу. Так, ладно. Так, давай, знаешь, что сделаем? По-моему, окна. Угу. Так. Все, окно чистое. И это тоже мы сейчас, по-моему, окошко. Так, почистим. Хорошо. Так, где-то еще 3% загрязнения, которые я вообще не вижу. Так. Вроде бы тут все убрался, вроде бы здесь чисто. Так, ну что ж, ладно. Так, загрязнение, не загрязнение, вычистим. А, вычисти окно, еще одно какое-то окошко. А, вот еще окно у нас есть грязно. Так, сейчас почистим. Так, все отлично, чистенькое теперь стало. Хорошо. Так, ну здесь, в принципе, все. Так, идем сюда. О, тоже смотри, грязь здесь, грязь, грязь, грязь. Убираем. Так, подоконник чистый, чистый. Так, смотри, здесь тут... А, нет, тут еще подоконник. 93% загрязнения. А где тут еще может быть загрязнение, а? Я вообще не понимаю. Так, ну, давай окно сразу помоем. Угу. Так. Окошко у нас чистое. Отлично, ребята, смотрите. Так, вычистить окно. Одно вычистили, а вот еще окно у нас, да? Угу. Так, хорошо, сейчас мы почистили. Отлично. И еще где-то загрязнение. А где может быть загрязнение? Напишите в комментариях, где может быть еще загрязнение. Так, оно, смотри, написано. Давайте перенесем этот наш предмет. Например, вот сюда. Так, тут есть загрязнение? Нету загрязнений. Может быть, и ванна где-нибудь? Подожди. И тут есть загрязнение? Нету загрязнения. Странно. Так, ну ладно, все пойдет. А, вот смотри, где грязь. Я не заметил. Все, здесь теперь чисто. А здесь где может быть грязь? А, смотри, вот маленький кусочек грязи был. Так, и теперь нужно это все вернуть назад, поставить, как оно стояло у нас, так? И шкафчик тоже уберем. Видишь, я думал, может где-то под шкафом, а нет. Там все чисто. Так, ну все, мы все вернули назад. Здесь комната готова. Так. О, ванна, смотри, какая грязная. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, заходим. Здесь у нас такое задание. Значит, установить устройство, очистить это загрязнение и убрать мусор. Ага, подожди, а где мусор? Какой они хотят, чтобы я мусор убрал? Ладно, мы сейчас это все почистим. Мне кажется, вот это надо мойку, наверное, выкинуть. Душевую кабину, мне кажется. Так, очистка завершена. Убрать мусор. Вот, где мусор? Подожди. Так, а, вот, нажмите, чтобы выбросить. Все, отлично. И установить нужно устройство. Так, а какое же устройство там нужно установить? А, установить душ. Так, ладно, заходим. Сюда и пишем, значит, душ. Так, секунду. Душ.
душевая кабина, да? А, вот встроена душевая кабина 7000 стоит. Покупаем. Так, устанавливаем. Так, Е установить. Так, это комитет. Подожди. А, вот эти штучки сейчас. Ножки поставим. Конечно. Сейчас мы закрутим ножки. И поставим. А теперь нужно будет нам поработать немножко здесь. Так, закрутили слив. Это у нас будет слив. И также нам нужно... Так, подожди. А, вот здесь установили, подставили. Так, вот здесь фитинги ставим. Так, устанавливаем. Так, а что тут еще? Подожди. А, закрутить нужно гаечки, конечно же. Так, окна мы поставили. А, вот этот комитет тоже. Это у нас устройство, которое держит окно, ручку, так, крышечку. Так, тут тоже все сейчас поставим. О, вот я все помню. Это я помню, как все ставить. Это, в принципе, несложно. Так, так, а здесь что? А. Так, а ну подожди. Так, сейчас буду на все нажимать. Что-то я уже не помню, что здесь ставить. Так. Здесь нужно какую-то крышу установить. Нет. Так, подожди. Вот тут я не помню, что надо сделать. А, вот эти вот штучки поставить. Все. Так, сверху поставили, теперь поставили, закрутили и верхушечки. Это такая же самая канитель. Так. А, вот, поддон поставить. Все установили. Так, открываем. Можно пользоваться. Душ поставили. Все, сейчас это все закроем. Так, 1700. Так, у нас был 1 700 000, так, примерно. Я потом, когда все задание это сделаю, я хочу просто посмотреть, сколько там останется. Так, кровать мы кровать не трогаем. Так, здесь все убираем. Сразу помоем окна. Угу. Так, окошечко помоем. Хорошо. Есть. Ага, у нас 2 окна, поэтому моем 2. Второе окно тоже. Так, уборка. Я хочу, знаешь вообще, что я хотел? Я хотел купить дом и сделать там ремонт. Ну, естественно, потом его продать. Так. Загрязнение. Где еще мы загрязнение? Подоконники. Подоконники чистые. Да. Вообще не знаю, где может быть грязь. Так, давай посмотрим на уголках. Может быть, здесь нет. И наверху все чисто. Так, установить устройство нужно. Подожди, алло. Так, а ну давай вот это вот установить. Так, сейчас мы это все уберем. Так. Розетку, кстати, розетку нужно устанавливать только, когда ты полностью выключаешь электричество в доме. Да, потому что тебе может хорошенечко шандарахнуть. Так, выкручиваем болтики. Так, устанавливаем крышечку и все закручиваем. Все устройство мы поставили. Хорошо. Здесь, в принципе, все готово. Так, тут уж... А, тут у нас выход. И вниз мы сейчас спустимся. О май гад! Какая же здесь грязь! Ой, тараканы! Ой-ой-ой! Это мне не нравится, конечно, но... Это мы сейчас все подправим. Так, а здесь нормально? Чисто под лестницей? Хорошо. Так, ну что ж. Давай это все. А, нас пылесосить. Подожди, давай пылесосить. О, да, метла и швабра здесь не помогут. Здесь нужно использовать пылесос. С пылесосим этих друзей в пылесос. Пускай они сидят и живут в пылесосе. Так, жукашки. Так, все чисто. Главное вот этих убрать на стене. Кажется, это такое прям у них гнездо на стене. Так. Угу. Так, все, таракачки. Все в пылесос.
Так. А ну, смотрим. Никто не ползает. Все нормально. Так, хорошо. Вроде бы справились. Так, это мы выкидываем. Так, что здесь нужно установить? Здесь нужно установить... А, подожди, информация. Уничтожено достаточное количество тараканов. Ты уничтожил внизу тараканов. Хорошо. Так, здесь нужно грязь почистить. Давай почистим грязь. Так, тут тоже грязь берем. 92% загрязнения у нас написано. Где-то еще есть грязь. О, открой. Установи. Так, а это что-то новенькое. Это я еще такое не устанавливал. Так, это что такое? И что дальше? И все, что ли? Ладно. Так, установить устройство. Одно из двух. Так, где-то... А, вот эту канитель нужно установить, да? Так, хорошо, как же мы тебя установим? Если ты не устанавливаешься, подожди. Так. Так, тут у нас ничего нет выкинуть. Так, установить устройство, это у нас что-то связано с этой стиральной машиной. А что именно, не знаю. Так. Блин. Мне же надо выполнить все задания. Желательно. Так, а как же тебя установить? Подожди. Я уже на всю нажимаю, ничего не происходит. Так, и продать его не продашь, да? Как ты думаешь? Ну, подожди. Вот смотри. Шланг где-то иду? Да нет. Ничего не знаю. Ладно. Извините, я пытался. Так, ладно. Ну что ж, в принципе, мы все здесь, в принципе, сделали. Только устройство мы не установили, поэтому не знаю, что. Все, закрываем. Все, до свидания. Мы сделали ремонт. Полностью. Так что... Сколько я сейчас получу? У меня 1 700 000. Завершить. Заказ не выполнен полностью. Действительно хочешь завершить? Да, конечно. Завершить. 300 000 я получил. Ну, сейчас посмотрим, сколько у меня будет. 1 700 000 было сейчас. И неужели 2 миллиона будет? Ну, сейчас посмотрим. Офигеть, да, 2 миллиона. Так, заходим домой. Так, вот моя квартирка. И я хотел посмотреть... На чем в интернете есть, так, браузер открываем. Вот, смотри, это имеющиеся в моей квартире. Да, у меня есть такой дом. Потом будем делать дедушки Стас. Это что, все мои дома? Подожди, перейти к дому. Я не помню, сейчас я посмотрю. А, неужели у меня 3 дома есть, а? Я почему их не продал, что ли, еще? Так, вот он дом, да? Тут. Что такое вот это? Продажа. Чего продажа? Так, подожди, а это мой дом, да? Ну, смотри, да, тут я что-то шпаклевал, красил. Так, а ну, подожди. Да. Вот, я помню. Помню этот дом, да. Его же можно продать. Давай продадим дом. Так, продается дом. Вы хотите действительно продать этот дом? Дом куплен за 7,5 миллиона. Так, твой актуальный бюджет составляет 2 миллиона. Ну, понятно. Так, ну что ж, начинаем, говорю, да, продаем. Если я за 7,5 миллиона покупал, посмотрим, сколько то что. Так, а ну что пишешь? 7300, ты что? Издеваешься, я его дороже купил. О, 8,5 уже. 8,9. Победитель 8,9. Я умру на смерти. А, дивана нет. Хорошо, что нет. Так, две кровати это нам подходит. Так, за 8,900. Ага, барыш 1,5 миллиона. Так, договориться. Ну, в принципе, принимаем предложение. Либо можно договориться за 9 миллионов. Давай договориться предложение. За 9. Так, превышение, повышение суммы. Ну, вот, например, вот за вот 500 я добавлю еще, вот так, 534. Давай попробуем договориться, нет? Так, твое предложение слишком маленькое. А, я могу предложить тебе дом за еще дополнительно. Деньги для меня не важны? Ага, не важны. Так, ну все, принимаем, да, за 8900.
Значит, за 7500 я купил, за 8500 я продал. В принципе, принимаем предложение. Отлично. Так, что получается, у меня 10 миллионов, что сейчас будет? Намного. Подожди, неужели? 10 миллионов. Офигеть. Сейчас посмотрим, подожди. Да, 11 миллионов у меня есть. Офигеть. Ну что ж, дорогие друзья. В принципе, хорошо. Я очень рад этому. Ну что ж, подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Всем пока-пока. До новых встреч.